7 декабря в администрации прошли публичные слушания по вопросу обсуждения предлагаемого проекта бюджета муниципального образования города Десногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Предложения от граждан принимались с 30 ноября по 6 декабря в будние дни в городском совете или через интернет-приемную. Сам проект бюджета был в общем доступе, так как опубликован в газете «Десна» и размещен на официальном сайте администрации города. На публичных слушаниях присутствовали глава города Андрей Шубин, представители администрации и общественных организаций, депутаты городского совета, жители Десногорска. Начальник финансового отдела Светлана Потупаева подробно ознакомила присутствующих со статьями проекта бюджета. Свое экспертное заключение дала контрольно-ревизионная комиссия. Предложения, поступившие от жителей города, обсуждались персонально с каждым. После обсуждения поступило предложение проголосовать. За отдали свои голоса 43 человека, против было четверо и воздержались 8 человек. В результате было рекомендовано городскому совету принять проект бюджета на 2018 год к рассмотрению.